мне показалось, что это так, ну, легко, естественно, а почему-то другие не могли это сделать. И я решил этим заниматься, чтобы быть особенным. Ну, так мне показалось. На самом деле, это же все равно был труд, что-то не получалось, что-то получалось. Но это было интересно. Актерская работа — это же не только выучить текст и ровно стоять на сцене. Это все-таки внутреннее проживание, там, работа над ролью. Это большой процесс, и, как ни странно, вот кажется, что обычный человек работает 8 часов, да, в день и обед. А артист, у него работа в основном происходит вне сцены. То есть над ролью он не на сцене работает, а дома он там что-то думает, что-то читает, там, размышляет на тему. А когда уже нужно выдать результат, вот тогда он как бы и работает. А на самом деле ты работаешь круглые сутки. Ну, то есть я читаю книги, которые, вот, я считаю, что они мне помогут в этой роли. Там, ну, советую режиссера или сам что-то нахожу. Фильмы смотришь какие-то, читаешь профессиональную литературу. Или даже ты, ну, как бы есть такой термин, как бы, жизненное наблюдение. То есть ты наблюдаешь за людьми, за жизнью, за тем, что происходит вокруг. И из этого ты берешь для своих ролей что-то интересное. Же все равно, да, знаете, что называют там, например, актера художник. Художник же не может перестать быть художником. Это же тоже склад ума такой, световосприятие. Вот, например, тут мне все равно, вот, что трава зеленая, что дерево зеленое. А для художника это разные оттенки. И он не может перестать быть художником. Также я думаю, что и актер, артист не может перестать быть артистом.